Фред, привет, это твой брат поет? Мне нет брата, оцени. Да, это чувака кидали, прикольно. То есть он как бы голосист, но иногда подфальшивливает. Видимо, просто не тюнит как бы записи. Он красавец, эту песню кидали. Да, немного не подос бывает. Теперь ты враг, я не знаю, как мне жить, как дальше жить. Да, так прикольно стало, и где высоко тоже было нормально. Ну не так, конечно, как купила, да. То есть звучит прям как полный живняк, что он именно пишет вот, честный дубль и потом не тюнит ничего, просто, ну, как бы компрессит, что-то делает, но как бы для живого исполнения, конечно, прикольно.